Здесь момент, а вот тут 2 в 2 выбегают нефтекамцы и бежал на смену игрок Юнисона. Будет ли шайба заброшена здесь в моменте? Да, есть все-таки гол 4-4 от нефтекамцев. Казалось бы, вроде бы старался сделать передачу здесь Артем Горшков. Но передача не дошла до партнера, а как раз-таки уже Хакимов двинулся в сторону второго своего соперника. Но шайба, по-моему...